А вы знали, что компания Nike однажды вскрыла видеоролик постера Данка через Леброна, дабы не испортить его репутацию? В 2009 году Леброн Джеймс был организатором баскетбольного лагеря под эгидой Nike, в котором устраивали шоу для детей. В одном из игровых эпизодов студент NCAA Джордан Кроуфорд колотил мяч сверху двумя руками через Леброна Джеймса, а впоследствии Nike конфисковала две имеющиеся видеозаписи этого данка, боясь за его репутацию. Но видео так или иначе просочилось в сеть. Если хотите больше интересного, жмите подписку.